США отметили 28-летие независимости Казахстана. Праздничные торжества прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке. В своем поздравлении президент Дональд Трамп отметил, что сотрудничество между США и Казахстаном делает мир более безопасным и стабильным. Такое внимание к стране Великой Степи объясняется ее возросшим авторитетом на международной арене. За годы независимости наше государство достигло впечатляющих успехов. Руководство Госдепартамента США заявляет о намерении и далее укреплять политическое, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с нашей страной. Гости праздничного приема в Вашингтоне наслаждались выступлениями артистов творческого коллектива «Казахконцерт». Тем временем в Нью-Йорке постоянное представительство нашей страны при ООН организовало насыщенную программу. Украшением праздничного вечера стала выставка казахстанского фотографа Турара Казангапова. Мне больше всего запомнилось то, как легко было работать на международном уровне с вашими дипломатами и бизнесменами. США и Казахстан быстро стали очень хорошими партнерами. Вспоминаются два очень важных события. Это саммит ОБСЕ в Казахстане в 2010 году, на котором США представляла государственный секретарь Хиллари Клинтон. Мне довелось сопровождать ее. И второе, возможно, еще более важное воспоминание связано с завершающим этапом захоронения отработанного высокообогащенного урана и плутония с реактора БН-350, что сделало мир более безопасным. Такие шаги позволили Казахстану занять важное место на мировой арене.